Музыкальный концерт, аквагрим, аниматоры, веселые конкурсы – такой стала развлекательная программа для ребят на празднике в Киевском районе. Продемонстрировали свои достижения, подняли настроение всем гостям Дня защиты детей и лучшие детские творческие коллективы города. Поздравления и пожелания со сцены звучат и от организатора веселого праздника депутата от Киевского района Дмитрия Танцюры. Новое поколение. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Я желаю вам мирного неба над головой. И чтобы вы все лето провели именно на ура. С праздником вас. Такие веселые праздники ко Дню защиты детей, рассказывает депутат, в Киевском районе давно стали традиционными. Дмитрий Николаевич уверен, очень важно не только проявлять заботу и воспитывать будущее поколение, но и дарить детям улыбки, возможности, радость и счастье. Я хочу жить в счастливой стране, поэтому я делаю все возможное, чтобы наши дети были счастливы. Я уверен, что только счастливый человек может мечтать. Я уверен, что только счастливый человек может воплощать свои мечты. И только таким способом мы можем с вами сделать нашу жизнь счастливой. Я уверен в том, что сегодняшнее новое поколение, будучи счастливым, может сделать жизнь в этой стране счастливой. Сами юные участники мероприятия признаются, праздник удался, им очень понравилось. Сегодня праздник День защиты детей, и мы на его концерте. Концерт, посвященный в честь этого праздника. Здесь хорошо, мне нравится. Тут круто выступают, прикольно. Можно на горках покататься. Праздник очень красивый, мне даже приятно смотреть, как дети смеются, улыбаются. Мне по правде тоже интересно посмотреть. День защиты детей – это не только праздник детства, но еще и первый день лета, а значит, начало каникул. Ребята говорят, отдыха от школы ждали с нетерпением и намерены все 3 месяца от души повеселиться. Я люблю, когда начинаются летние каникулы, это очень весело. Все отдыхают, купаются на море, и у всех веселое настроение. Я хочу часто ходить на море. Это желание номер 1 на каникулах. Ходить на море, как-то так. На каникулах больше свободного времени. Не надо учить, например, математику. Это тоже большой бонус. Каждый день ездить на море, кушать мороженое, отдыхать, а потом уже потихоньку вспоминать материалы, чтобы уже в следующем классе уже не быть отстающей. Планирую поехать куда-то в горы, море, конечно, как же без этого, и гулять. Со своими родителями я бы хотела бы навестить свою бабушку. Хочется еще на море побыть. Хочется покататься побольше на велосипеде. В Киевском районе говорят, праздники нужны, и проводятся они масштабно и весело. Но забота о детях – это каждодневный труд. И именно этому и поддержке творческих начинаний ребят здесь уделяют внимание и профильные специалисты, и руководство района. Дмитрий Николаевич очень любит детей. И когда обращаюсь к Дмитрию Николаевичу, что нужна какая-то поддержка в каких-то мероприятиях, Дмитрий Николаевич никогда не отказывает. И мы всегда совместно стараемся сделать как можно более яркое мероприятие. I was you, I'd wanna be me too, I'd wanna be me too, I'd wanna be me.